Здравствуйте, уважаемые телезрители и любители спорта. В прямом эфире на Первом канале матч 7-го тура чемпионата России по футболу на большой спортивной арене в Лужниках. Встречаются два «Спартака» – московский и «Спартак» из Нальчика, который вместе с ЦСКА возглавляет пока турнирную таблицу нашего первенства. Вот так выглядит турнирная таблица. Команды провели разное количество матчей. Ну вот во главе таблицы ЦСКА и «Спартак» из Нальчика после 6 матчей у этих клубов по 14 очков. При этом абсолютно одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. Итак, уважаемые телезрители, команды уже на поле. Судейскую бригаду возглавляет Николай Иванов из Санкт-Петербурга. Помогают ему Александр Лагун, также из Петербурга, и Михаил Новокшонов из Ижевска. Отмечу, что Николай Иванов является рекордсменом среди всех судей, как действующих, так и тех, кто уже и закончил судить, по количеству матчей в чемпионатах России. 207 игр было перед этой встречей у Николая Иванова. У Баскакова Юрия 200, но вот у Иванова еще больше. Составы команд. Гости, футболисты «Спартака» из Нальчика. В воротах Отто Фредриксон. 18 номер Владимир Кисенков, 5 Александр Амисулашвили, 20 Миадрак Джудович, капитан команды, 17 Валентин Филатов, 7 Гагита Гогуа, 10 Никита Маляров, 8 Давид Сирадзе, 11 Роман Концедалов, 22 Владимир Дидюн, 31 Леандр, главный тренер команды Юрий Красножан. И так, по нашему мнению, может выглядеть расстановка футболистов «Спартака» из Нальчика. Итак, гости в белых футболках. Ну, это хозяева, футболисты московского «Спартака», в воротах Сослан Джанаев, 13 Федор Кудряшов, 25 капитан команды Мартин Яранок, 17 Марик Сухи, 16 Евгений Макеев, 6 Ренат Сабитов, 10 Иван Саенко, 27 Жано, 7 Ипсон, 12 Алекс, 11 Велитон. Главный тренер команды Валерий Карпин. Встреча начинается, и встречу эту для вас будут комментировать Алексей Смертин, Андрей Голованов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. И сразу хотел вас спросить, перед началом чемпионата вы ожидали, что «Спартак» из Нальчика после 6 туров будет возглавлять турнирную таблицу? Не ожидал. Не ожидал, конечно же. Другое дело, известно мне, что тот же Красножан, о котором мы в дальнейшем поговорим, много лестных слов он заслуживает, поменял именно психологию футболистов, поэтому, возможно, и видим сейчас турнир таблицы на первом месте команды. Да, предоставляется нам прекрасная возможность посмотреть в деле одного из лидеров чемпионата, что собой представляет «Спартак» из Нальчика, за счет чего этот клуб так удачно стартовал. Москвичи развивают свою атаку и теряют мяч. Что касается расстановки. У гостей одно изменение по сравнению с предыдущим матчем. А в предыдущем туре «Спартак» из Нальчика победил «Самарские крылья» 1-0. Так вот, не играет левый полузащитник Бикмаев, он в запасе. Играет Гогуа на его позиции, тоже левый полузащитник. Валерий Карпин внес больше изменений в состав по сравнению с матчем прошлого тура с «Сатурном». Мы уже как-то все привыкли к этой схеме без ярко выраженных крайних полузащитников у «Спартака». Привыкли, что «Спартак» играл в последних матчах с двумя нападающими. Ари Велитон. Три матча подряд Карпин никаких изменений не вносил. И вот сегодня нет Паршевлюка, который травмирован, нет Шишукова и нет Ари. Они в запасе. Зато появился Кудряшов. Я так думаю, что Кудряшов будет играть слева в обороне, а Макеев справа. Хотя возможны варианты. Плюс появился Иван Саенко и появился Жано. И мы можем сделать вывод, что «Спартак» сегодня играет с крайними полузащитниками. По всей видимости, Жано слева и Саенко справа. Это интересно. Так вот, сейчас мы видим, что Кудряшов играет на левом фланге и часто подключается вот так, уже начал подключаться. Угу. И забирает мяч вратарь, высокий вратарь Отто Фредриксон, финн. Я вам советую присмотреться к этому вратарю, а это Алекс. Все ждут болельщики, когда же Алекс станет напоминать себя прежнего, себя прошлогоднего. Пока, не знаю, Алексей, согласитесь ли со мной или нет, но Велитон и Алекс не так заметны, как в лучших матчах прошлого сезона. Да, но при этом хотел бы отметить, Андрей, что тот же Велитон забил значимые голы для «Спартака». И, в принципе, сегодняшнее участие под большим вопросом из-за травмы было у него. Поэтому думаю, что Велитон как раз оправдывает вот, надежды тренера. Тогда как про Алекса, да, действительно, можно говорить только, скажем, в таких не самых ярких тонах. Юрий Красножан. Хотя недавно выяснилось, что правильнее говорить «Красножан».
Но так уж все привыкли, красножан, пусть будет красножан. Да. Ну, коль скоро мы заговорили о нем, хотелось бы именно что отметить, почему команда играет в этом сезоне. Во-первых, календарь был благоприятный для команд, действительно. Вот, если вы помните, то матчи не такие сильные были, не самыми серьезными соперниками. Только Рубин, вот из таких Рубин, топ-клубов. Да, конечно. Вот. А основная причина, вот, которая возымела успех, это, конечно же, психология, которую он просто-напросто привил, психологию победителя. Потому что команда, в принципе, из провинции, вот, команда, которая раньше менялась в обязанность не вылететь, сейчас совсем по-другому играют, именно как уже лидеры, вот, и то подтверждение как раз первое место. Вот именно в психологии как раз дело-то. С первых минут обозначилось преимущество хозяев. Спартаковцы разыгрывают мяч. Макеев. Итак, Макеев справа, Кудряшов слева, в центре Иранок Сухи. Сабитов и Ипсон в центре полузащиты. Жано Саенко, как мы уже отметили, будут на флангах действовать. Алекс и один ярко выраженный форвард Велитон. Сразу назову запасных. Почему бы, собственно, и не сделать этого? У Спартака вратарь Письяков. Кроме того, Штранцель, Голышев, Шишуков, Баженов, Ари и Козлов. И, между прочим, я очень жду, может быть, сегодня Козлов выйдет, о нем очень высокого мнения многие специалисты. У Спартака из Нальчика вратарь Мандрыкин, Щеницын, Гитериев, Патрик, Васин, Бикмаев и Русич. Кудряшов. Довольно опасно действовал вот Кудряшов в этой ситуации. Ну, видно, что уверенно идет в атаку. И вот если посмотрите, в принципе, сейчас ошибся защитник. Если посмотрите, то когда развивается атака Спартака, то обязательно один из, в зависимости на каком фланге, но один из защитников обязательно подключается вот туда, тогда как полузащитник уходит аж до штрафной гостей. Это говорит о том, что просто-напросто массированно атакуют, большинство игроков задействовано как раз в атакующих действиях. Кудряшов. Сухи. Штранцель выздоровел, но Сухи играет в центре обороны, и Штранцель потерял место в составе. Ну, мне кажется, что, ну, ясно, Спартак московский будет большую часть матча атаковать, владеть инициативой. Футболисты Нальчика будут, видимо, уповать на контратаке. Вам не кажется, что пока не очень высок темп в этой встрече? Вот сыграно 5 минут. Но при этом, или это обманчиво? При этом замечается плотность, вот, действительно. Плотно играют футболисты, Спартак будет играть, Спартак Нальчик, я имею в виду, будет играть вторым номером, это понятно уже. Вот. Может быть, как раз еще груз такой, скажем, ответственности, потому что они все прекрасно понимают, что, что не так часто их показывают вот, по телевидению. Более того, вам скажу, что сегодня впервые вот, знаменательный день для Нальчика, в том плане, что они выходят в Европу, сегодня транслируют их, этот матч. В частности, я знаю, в Италии. Это знаковое событие. Это знаковое для них, конечно, событие. Получается, на одной неделе Сибирь вышла в Европу, и теперь вот Нальчик. В атаке гости. Очень опасный футболист, 31 номер, крайний полузащитник, бразилец Леандро. Вот он сейчас подключался. Впереди у спартаковцев из Нальчика Сирадзе и Дидюн. Дидюн один из лучших бомбардиров чемпионата. 4 мяча забил. Вместе с ним Сирадзе. И достаточно такая мощная, креативная линия полузащиты. Здесь и Леандро, и Гогуа. Это на флангах. И Маляров с Канцедаловым. Канцедалов это один из самых опытных игроков в составе Спартака из Нальчика. Вернее, он очень давно играет. Вот они в центре полузащиты у гостей. Как, по крайней мере, так вот по первым минутам мы это видим. Нет ударов пока, да? Нет ударов, да. Да. Кудряшов. Да, и вот нам сейчас сверху как раз очень хорошо видно, действительно, насколько высокая плотность вот в центре поля, на ограниченном таком отрезке. По сути, все футболисты располагаются, и, конечно, свободных зон мало. Это, кстати, говорит о том, что это хорошая тенденция для современного футбола. Так. Веллингтон неудачно принял мяч, по всей видимости, просто настолько мокрое поле, что не смог собладать. Вот. Жано к линии штрафной. Смотрите, все команды обороняются, гости очень делают это самоотверженно и... Так вот, если вернуться к тенденции современного футбола, то, в принципе, это нормально, когда между одной линией обороны вот, и другой всего расстояние в 30-40 метров. Угу. Вот,
Представляете, то есть раньше как было, какие зоны были. Да, с одной стороны, легче тебе работать с мячом, у тебя есть время подумать. С другой, ну, как такового темпа, вот, и, соответственно, интереса к игре вот, нет у болельщиков, потому что, в принципе, мы видим плотность, да, нет ударов, но при этом темп, я считаю, что довольно неплохой. Гости с мячом. Вспоминаются слова Валерия Карпина. Он почти после каждого матча сетует на то, что «Спартак» как-то очень медленно включается, входит в игру. И минут 20-30 нужно футболистам московского «Спартака», чтобы войти в игру. Вот пока тоже, да, похоже, повторяется этот сценарий. Да, обратил внимание еще в игре с «Териком», когда «Спартак» принимал здесь команда из Грозного, тоже темп был, не, скажем, не сразу они вклинились, там подтверждение, как раз вы помните, наверное, гол, забитый Териком. Только во втором тайме раскачались. Да, там автогол был, и «Спартак» с огромным трудом смог выиграть в той встрече, московский «Спартак». Так, из-за боковой бросает Кисенков. Футболист с очень мощным ударом. Правый защитник, 18 номер Кисенков. И вспоминаем, что в прошлом туре он принес «Спартаку» из Нальчика победу над крыльями Советов. «Спартак» переходит в атаку. Макеев. Хорошо подстраховал. 7 номер. Гугуа. Да, но при этом получил травму. И вот возмущается. Апеллирует арбитр, что было нарушение правил. Да, Гугуа недоволен. Макеев – герой предматчевой программки. Здесь такие красочные программки сюда выпускают. Вот сегодняшняя посвящена в значительной степени Макееву. Так, навес, борьба в воздухе и нарушение там было, да? Это был офсайд. Офсайд. Несколько рикошетов было, вот, после чего Сергей Лайсман зафиксировал офсайд. Давайте посмотрим. Да. Итак, у нас сыграно 10 минут, пока 0-0. Да, Алексей сказал, участие в матче Велитона было под вопросом. Но вот в итоге Карпин его выпустил. И более того, Велитон пока в единственном числе представляет атаку спартаковскую. Хотелось бы отметить, поскольку два разных абсолютно специалиста у нас возглавляет команды. Валерий Карпин, известнейший футболист, с которым посчастливилось будет играть за сборную. И, соответственно, Красножан, который, по сути дела, сыграл, по-моему, только 4 сезона за местную команду «Спартак» нальчикский. Вот. И просто замечу, что есть две когорты тренеров. Те, которые были футболистами и, соответственно, знают футбол изнутри. И те, которые, скажем, знают его только по бумаге, но знают так, что их команда, как правило, даже успешнее выступает. Как Муринью, да? Да, Муринью, например, да. Вот, пример, допустим, тот же Красножан, вот, который там считается там идолом вот, в Нальчике. И, соответственно, одно дело, конечно же, он тренирует Нальчик, другое дело, скажем, его попробовать, хотя, я знаю, несколько предложений уже было, попробовать себя на более там, на другом уровне, выше уровня. Алексей, вот вы заговорили о двух группах тренерских, а вам какая, может быть, ближе? Ну, я, скажем, работал и с теми, и с теми, и есть исключения, есть действительно и хорошие были футболистами, вот, тренеры, но не являются такими вот, уже на новом поприще. И то же самое могу сказать про тех, кто не играл в футбол, вот, и действительно где-то недопонимает специфику. Вот разные примеры можно привести. Нарушение правил. И спартаковцы будут выполнять штрафной. У мяча Жано. Ну что, какие есть варианты? Подача на дальнюю штангу, конечно же. Никого мяч не задел и покидает поле. Я хочу, чтобы вы присмотрелись повнимательнее к голкиперу нальчикского клуба Отто Фредриксону.
Дело не только в том, что это своеобразная экзотика. Все-таки финн, легионер. Кто у нас из финнов играл? Только вот Алексей Еременко вспоминается. Да, хотя какой это наполовину финн. Да. Легионер из Финляндии, во-первых. Плюс к тому, в условиях лимита на легионеров держать вратаря иностранца — это большая роскошь. И об этом, кстати, говорил Валерий Карпин. И посмотрите, в «Спартаке»-то играет Джанаев, а не Плетикоса. Хотя Джанаев молодец, он по праву занимает сейчас место основного вратаря. Вот. А в «Нальчике» вратарь иностранец. Не будем забывать о том, что в запасе опытнейший Вениамин Мандрыкин. Но Мандрыкин сейчас стабильно номер два, а номер один — это Отто Фредриксен. Ну, пока говорит. У него мало работы. Да, это говорит о том, что уровень вратарского мастерства в Финляндии очень сильный. По крайней мере, на примере того же Ниеми, который играл в свое время в Англии долгое время. То есть, в принципе, школа там хорошая. Соответственно, если здесь держат легионера, да еще, скажем, держат его в воротах, то это по праву. Да, это по праву, конечно. Извините, у нас сыграно 13,5 минут 0-0. И пока характер игры не меняется. Не очень. Мне показалось, вот сейчас темп немного снизился. Вот «Спартак» Нальчик поувереннее играет, выводя мяч. Если есть возможность, за счет короткого паса нет, сразу же идет диагональ. Ух, чуть не помешали друг другу Жано и кто-то еще из «Спартаковцев». По-моему, это Велитов был. Ну что, угловой? Вот повтор этой атаки. Жано едва ли не впервые сегодня вышел в стартовом составе. Прошлый сезон, конечно, получился у него ярким, особенно некоторые матчи. Но вот в этом сезоне Валерий Карпин, может, хорошо, его не рискует получить. Да-да. Вот смотрите, какая атака. Посмотрите, какой выверенный пас был сейчас. Казалось бы, один бежал игрок из Нальчика. Вот, и боролся с тремя защитниками «Спартака» московского. Да, это... При этом именно к нему пришел мяч. Он даже, по всей видимости, не ожидал. Поэтому и сделал этот подкат, уповая на то, что мяч вот в одно касание от него вот влетит в ворота. Да, может быть, это даже самый, пожалуй, острый эпизод пока. Вот я отметил вратаря, в клубе из Нальчика отметил Леандра, бразильского полузащитника. И присмотритесь к Дидюну. Это капитан, высоченный Джудович, высокий защитник под 2 метра ростом. Он очень мощную связку в центре обороны образует с Амисулашвили. А я еще просил бы вас обратить внимание на 22-го номера нападающего Дидюна. Он один из лучших бомбардиров чемпионата. Он в аренде находится, вообще-то принадлежит Рубину. Но вот находится в аренде и регулярно забивает в первых турах. Красно-белые идут вперед. И нет, мяч они не потеряли. Передача в штрафную площадь. Там Фредриксен. Ну, как-то не очень уверенно он сыграл. Да, действительно, два «Спартака», два красно-белых клуба. Нужно, конечно, быть повнимательнее с этими определениями. Вот у Фредриксена написано «Отто» на свитере. И в заявочной карточке тоже «Отто», но мы все-таки его будем по фамилии называть. Правильно? Фредриксен. Леандру. Обратите на него внимание. И из-за боковой бросает Кисенков. Здорово сыграл игрок «Спартака» московского. Ну, смотрите, атака захлестнулась. Да, но при этом гости хорошо возвращаются. И, в принципе, очень сложно, наверное. Только есть какие-то небрежные передачи, которые можно прервать и сделать, соответственно, из них там контратаку. А так, в принципе, команда очень плотно двумя линиями обороняется. Поэтому взломать очень сложно. По крайней мере, первое время. Из-за боковой опять же будет Кисенков бросать. И опять, я думаю, будет, как говорят футболисты, в недодачу. То есть в ноги будет... В таких эпизодах просто отыгрываются обратно футболист, который бросает из-за боковой, и там уже идет развитие. Сирадзе. Так, у нас дождь пошел, обратите внимание, дождь такой неприятный. К началу матча распогодилось, однако сейчас опять тучи появились,
и дождь пошел. Я вам, Андрей, одно скажу, что, в принципе, вот большинство футболистов любят играть в дождь в силу того, что крылья какие-то появляются. Это, может быть, из-за того, что прохладнее становится и легче бегать. Хотя сейчас, в принципе, не жара на улице. Но так или иначе, в дождь футболисты в целом любят играть. И мяч быстрее, конечно же. Здесь нужно проявлять технику, потому что крайне сложно укротить мяч в таких условиях. Но при этом сам темп игры увеличивается, это однозначно. Дай-то бог, чтобы сейчас мы увидели действительно какой-то всплеск. Пока 18 минут позади, 0-0. Почетный гражданин Нальчика Юрий Красножан. Вот вы о нем говорили. Я могу добавить, что Красножан в клубе работает 12 лет. Но он работал тренером по физподготовке, вторым тренером 12 лет в клубе и 7 лет главным тренером. Сейчас, когда тренерские отставки, это, в общем, дело обыденное, такой солидный срок вызывает уважение. Я могу добавить то, что он живет футболом 24 часа в сутки. Он много литературы читает. И вот эти нюансы, которые, в принципе, вот опять-таки позитивный момент для тренеров, которые не играли в футбол. Он каждую деталь, каждый нюанс, это я могу параллель провести с тем же Слуцким. Он настолько понимает, вот въедчиво к этому относится, и как въедливо, наверное, сказать. Вот. Поэтому, в принципе, футболисты выполняют его установку, и вот результат. Хозяева идут вперед и теряют мяч. Ну, Алексей, конечно, рано делать выводы, но вот по первым почти 20 минутам, что вы скажете о Саенко? Вот ведь он сегодня проводит после очень долгого перерыва матч с первых минут в стартовом составе. Как, на ваш взгляд, он выглядит или пока сложно это делать? Мне сложно сказать. Вот, по сути дела, мы впервые его вот назвали. Соответственно, наверное, говорит о том, что не так много мячей он получал. Поэтому очень сложно. Объем совершает хорошие работы, но при этом так называемый КПД у него невысокое. Опять-таки это говорим, что пока. Кудряшов назад, на сухи. Памятуя, кстати, о ваших словах, о том, что Спартак долго раскачивается. Да, уж как-то очень долго. И Радок. Ну, смотрите, Жано не привязан к своему флангу, он и перемещается активно, опасно. Здесь как раз эпизод, в котором не на руку сыграл вот мокрое поле для Веллингтона, прежде всего, который бежал, вот, торопился на прострельную передачу, поскольку мяч скользнул от травы и не успел Веллингтон к ней. Передача была отменная. Вот Саенко крупным планом. Ну, конечно, мы помним и знаем о том, что он очень много пропустил из-за травмы. Прошлый сезон отыграл только до половины и потом на долгое время выбыл. Конечно, нужно время Саенко, чтобы адаптироваться. Опять хозяева теряют мяч. Гогуа. Жано. Пожалуй, Жано один из самых активных. Да, но при этом хозяева, вот сейчас, да? Как раз два эпизода, в которых Жано мог смело идти. Может быть, где-то рискуя, но смело идти в атаку. Он же первое, что делает движение, это именно останавливается и разворачивается назад. Поэтому как таковое атаки не получается активной. Ну что, это волнение, боязнь ошибиться? Да, это скорее всего боязнь ошибиться. Может быть, не видел, конечно, продолжение, но так или иначе он мог бы взять смелую инициативу на себя. Филатов ошибся с передачей. Сухи. Может быть, как раз в этом и есть проблема Спартака, в том, что переход от обороны в атаку нужно осуществлять, может быть, помощнее, скажем, понаглее, в конце концов, что не получается, в принципе, у москвичей. Ну, Алексей, с другой стороны, вот по первым 20 минутам, это московский Спартак играет не на максимуме возможностей явно, или же Спартак из Нальчика так умно действует, что у хозяев ничего не получается? Как, на ваш взгляд? Да, сейчас досмотрим эпизод. Да, да, да. На мой взгляд, как вот практика показывает, много раз оказывался в этой ситуации, когда ты приезжаешь, ну, неважно, в Москву или там, приезжаешь к команде и играешь на ее поле, то, соответственно, первые минуты задача просто-напросто прощупать, посмотреть, насколько готов соперник, какая тактика у них. Естественно, хозяева, они идут вперед в первую очередь. И вот сейчас вот такая тенденция была. Вы попытались, прижался Нальчик к своим воротам. Вот, но
первый шквал атак, если назовем это шквалом вообще, он отбил и сейчас просто-напросто ведет планомерную свою атаку. То есть, в принципе, игра-то равная, посмотрите, даже в большей степени, там, скажу, 5 минут уже как Нальчик, на мой взгляд, атакует чаще, чем московский «Спартак». Поэтому, наверное, это, опять-таки, в кавычках, заслуга «Спартака» московского. Гости из-за боковой бросили мяч. Ну и не спешит футболист. Так медленно он бежит сюда. Не спешит по той причине, что защитникам, которые обязаны приходить во вратарскую и бороться головой, поскольку они все высокорослые, вот, им нужно пробежать метров 60-70. И вот сейчас видели капитан команды вот, Спартака из Нальчика. Вот Чудович. Да, да, он не спеша. Итак, угловой. Джанаев. И подбор выигрывают гости. Это Гогуа. Передача в центр штрафной площади. Нет, ударить не удалось. Но вот к слову, рост Амисулашвили 188, а рост Джудовича 197. Вот сейчас был интересный эпизод. Цепляли Леонтина за майку. Причем это, на мой взгляд, фол последней надежды был. И судья вправе, на мой взгляд, дать красную карточку. Красную? Он, конечно, может посоветоваться с Лайсманом, который, в принципе, я думаю, застыл как камень там на бровке. Потому что решение, прежде всего, будет за главным арбитром. И если бы не цепляли Веллингтона, то он выходил один на один с вратарем. То есть, по сути дела, фол последней надежды. Ну что ж, какое решение? Здесь, мне кажется, пререкания неуместные. Ну, хотя, конечно же, футболисты очень надеются на то, что... Вот так. Вот так. Как мы и говорили с вами, да. Я считаю, что это заслуженно. Вот посмотрите эпизод. Канцедалов фалил. Да, по-моему, там еще убегал. И подножка была. Канцедалов удаляется. Очень давно, я уже отмечал, играет Роман. Он, по-моему, вообще воспитник «Локомотива» столичного. Да? Ну, так вот, довольно давно играет в Нальчике, когда «Спартак» Нальчик выходил в премьер-лигу в 2006 году, вот Канцедалов был в составе. Вот как начиналась эта атака. Отменная передача со своей половины была сделана. Смотрите, настолько он рвался к воротам, я имею в виду Веллингтона, что он не сразу упал, хотя цепляли его раньше еще. Итак. Спартаковцы Москвы у мяча. Ну, до ворот, конечно, далековато. И Фредериксон в игре. Первое удаление, кстати, у нальчан в этом чемпионате. На ваш взгляд, Алексей, сейчас характер игры поменяется? Конечно, поменяется, да. Уже видно, что один игрок только впереди. Будет играть в одного нападающего, естественно. Возможно, последует замена. Там нарушение правил было. И это может быть довольно опасно. Вспоминаем Кисенкова с его суперударом в прошлом туре. Удоворот метров 30, наверное. Да, ровно 30 метров. Вот так. И почти прямо по центру. Может Кисенков пробить, может. Вот здесь такая позиция, что вот, конечно же, нужно бить. Даже если мяч уйдет выше или там, в сторону от ворот, в любом случае это будет завершение атаки. Тем более сейчас, в той ситуации, в которой оказался Нальчик, как-то негоже пропускать контратаки. Гогуа. И Джанаев забирает мяч. Да, и призывает партнеров побыстрее идти вперед. Не прошла передача на Жано. Кудряшов ошибся, а это Кисенков. Смещается в центр, с мячом по-прежнему гости. Леандро просит мяч, но не получает. Значит, большинство отобрали мяч.
сложно, прежде всего, я считаю, вот в этой ситуации будет именно полузащите «Спартака» из Нальчика, потому что на них выпадет сильная нагрузка, это объем работы нужно будет совершать, поскольку находится все-таки в меньшинстве, и, как правило, будет на одного, на двух игроков меньше. Почему я говорю на двух? Потому что все-таки «Спартак» московский усиленно атакует, и, соответственно, там левый и правый защитник, они, как правило, идут. Вот. При этом создается большинство. Аут. Гогуа будет вводить мяч в игру. Нет, не Гогуа. Уступил это право партнеру Филатову. Дедюн. Мяч выбит из штрафной. Но вот пока не... Да, как раз опередили меня буквально на долю секунды. Пока мы не видим вот того, что скажем, предполагали увидеть. Пока характер игры не меняется, а сыгран уже почти 30 минут. Центральный матч 7-го тура чемпионата России. Спартак Москва, Спартак Нальчик. Сухий с мячом. Вы знаете, что радует, по крайней мере, вот в игре Спартака из Нальчика, то, что они не тушуются. Вот, принимая мяч, полузащитник, как и раньше, они пытаются наладить какие-то комбинационные действия в атаке. То есть нет какого-то отбоя просто, куда нет. Подальше отбить, да, и все. Да. Вот, вне игры, вне игры. Вне игры, и 29-я минута закончилась в этой встрече. Вот смотрим повтор. Спорный момент. Да. Вот этот повтор, скажем так, не дает нам четкого ответа, прав ли был судья или нет. Потеряли мяч хозяева. Амисулашвили. Гогуа. Бескомпромиссную борьбу мы сейчас наблюдали. Вот несколько подкатов, таких плотных ластыков. Нарушение правил против. Против Миранока, что ли? В этой ситуации, мне кажется, москвичам нужно увеличивать темп, конечно, не затягивать с розыгрышем вот этих стандартных положений, как можно быстрее вводить мяч в игру. Потому что не всегда успевают кости возвращаться. Я имею в виду, вот когда стандартное положение, как правило, ты разворачиваешься и идешь к своим воротам. И вот эти секунды нужно использовать. Вот. Ну вот Карпин не садится, не садится. Он невероятно энергично жестикулирует, призывает игроков вперед, быстрее, двигайтесь. Но пока ничего. Ну, пока ничего. К сожалению, ничего для него, поскольку, будучи игроком, вот эти жестикуляции его... Этот пыл, он приносил пользу команде в целом, потому что он своими действиями на поле. Но так как сейчас он тренер, он не может по определению выйти на поле и показать действительно, как нужно играть. Ипсон. К сожалению, конечно, для него игроки это не слышат его. Всего. И эта атака не получила своего достойного завершения. Кстати, можно сказать, услышали наши слова с вами, Андрей, и разыгрывают быстро «Спартак». Гогуа. И в пятером гости атакуют. Не точно. Все-таки вот мало ударов, Алексей. Вам не кажется? Не доходит до штрафной. Ведь чтобы пробить... Вот шанс! Какая несогласованность, какая ошибка в обороне у гостей. Вот шанс. Опять Велитон. Может быть, он не совсем здоров, но пользу-то приносит. Помним, что на нем Канцедалов свалил, когда его удаляли. Сейчас вот момент у Велитона. И атака продолжается. Спартаковцы Москвы не дают снова опомниться соперникам. Новая атака. И можно сюда вот на лево сыграть. Напрашивался действительно. Да, Кудряшова.
Нарушение. Вновь разыгрывает быстро, что должно было привести к удару, конечно же. Замешкался просто. И нет. Кудряшов там подключался, партнеры его не видели. Ну вот неплохой сейчас отрезок хозяева проводят. Велит он в штрафной. И аут. Вот, по сути дела, то, чем должны «Спартак» заниматься до протяжения всего матча сейчас, вот, находясь в выгодном положении, находясь в большинстве. Жано много перемещается. Мы его видели на самых разных участках поля уже сегодня. Алекс. Так, вот удар. Это Ипсен бил. Вот, пожалуйста, удар. Это как раз к нашему разговору о том, что нужно в непосредственной близости оказывается от ворот, чтобы совершить удар. Согласитесь, с 30 метров каждый раз бить, ну, не с руки. Вот предыдущий эпизод, когда здесь не лучшим образом сыграли вратарь Фредериксон и защитник Джудович, капитан, вот я отмечал его, опытный игрок, оплот обороны, но здесь едва сами себе не привезли мяч гости, а это удар Ипсена. Вообще интересно посмотреть соотношение ударов по воротам. Вот так, 3-1. Не густо. В створ так вообще один только удар был нанесен за 34 уже минуты игрового времени. Кудряшов. И какие варианты? Приходится назад играть. Сабитов в центр. Алекс. Фамилию Алекса мы произнесли раза два или три за весь первый тайм, да? Да, да. Гогуа. Гогуа, кстати, активно способствует тому, чтобы мяч задерживался у команды из Нальчика, потому что иногда за счет индивидуальных действий можно только совершить, в силу того, что не хватает партнеров на поле, с кем можно было бы отыграться. Ведь Гогуа, что он делает, он в силу того, что он может обыграть одного-двух игроков, то есть он придерживает мяч. На нем фолят. Вот это проходит время, в принципе, тоже тактика в какой-то степени. Ну, если так можно сказать, Гогита Гогу один из системообразующих игроков в составе «Спартака» из Нальчика. Опытный мастер. И сейчас гости на половине поля москвичей. Леандру. Самая лучшая оборона – это атака, так, по-моему, гласит. Ну да. Одна поговорка. Вот интересно. Нарушение правил. Саенко на газоне. Джудович остановил спартаковского полузащитника. Капитан команды. Ну что, у мяча 25, видите, метров, чуть больше. До ворот у мяча Жано. Что, он будет бить? Стенка мощная, Жано бьет, и очень опасно! Похвалим этого полузащитника за удар, похвалим вратаря. Ну что, к концу тайма появились моменты у хозяев. Пусть хоть со стандартов, но, тем не менее, что-то создается. Да. А что хотелось бы посоветовать, порекомендовать гостям, так это, чтобы не прижимались близко к воротам, потому что плотность, она теряется, и полузащитникам еще больше приходится бегать от, скажем, от нападающих до защитников. Здесь, конечно, нужно мальчику поплотнее играть, именно так, как раньше играли. Не прижиматься, конечно же, не опускаться близко. Еще один угловой мы увидим в исполнении хозяев. Жано, мне кажется, он лучший в первом тайме у «Спартака», нет?
какой-то. Самый активный, на мой взгляд, конечно. Вот понимаете, что такое тренерское доверие? Ему доверил сегодня Карпин место с первых минут на поле, и Жано просто старается, из кожи вон лезет, чтобы доверие оправдать. Так, Джанаев, видите, к центру поля вышел. И повтор штрафного в исполнении Жано. Хорошо. Видите, мощная стенка, но полузащитник без проблем ее перекинул. 38 минут почти сыграно в первом тайме. 0-0. За всю историю встреч «Спартак» из Нальчика никогда не обыгрывал московский «Спартак». В 8 матчах у футболистов из столицы нашей страны 6 побед, 2 ничьих. Но «Спартаку» здесь московскому было непросто. Помните, когда Бояринцев спасал «Спартак» на последних минутах, забивал, на последних секундах даже. Были такие матчи с участием вот этих соперников. А из-за боковой «Спартаковцы» бросают, «Спартаковцы» Москвы. И ранок. Сухи. И вновь все это не быстро. И ранок. Макеев. Не быстро, но при этом я хотел бы отметить, что вот эти короткие пасы, они проходят, несмотря на плотность в линиях. То есть они проходят, да, потом, может быть, нет продолжения дальнейшего. Мяч возвращается вновь к защитникам, но в любом случае мяч контролируется «Спартаком» московским. Поэтому, в принципе, в любом случае могут найти, где-то защитник ошибется, где-то та или иная там передача пройдет. Но посыл правильный, конечно. Мяч выбит к центру поля, но выбит не точно. Сухи. И ранок. Владение мячом 70 на 30. Да, солидное преимущество хозяев. Солидное. Так, это может быть уже поднят флажок, уже прозвучал. Согласитесь, именно после удаления все это изменилось. До этого мы видели равную игру. Сейчас карточка будет. Гогуа. Он вообще жесткий футболист. В этом чемпионате у него первая карточка, только первая. Судя по его действиям в первом тайме, я бы его назвал техничным и тонким футболистом. Он берет на себя игру и потом дает ювелирные передачи между игроками. Сколько уже передач прошло. Смотрим момент нарушения. Гогуа и Макеев. И штрафной. Алекс у мяча. Так, Гогуа обыгран. Неплохо. И что дальше? Ай-яй-яй-яй-яй. На мой взгляд, не подсказали просто. Конечно, я не слышу отсюда с комментаторской кабинки, но не подсказали футболисту, что сзади игрок. Что настолько медленно разворачивался «Спартаковец» в этом эпизоде. Хотя, в принципе, он должен понимать, если мяч принимаешь ты в штрафной, то в любом случае кто-то там наседает, кто-то из защитников. Жано. Макеев. Вновь Жано. Так, ну там толчок был. Со стороны Яранека, по-моему. Итак, меньше 5 минут до перерыва. 0-0. Естественно, преимущество хозяев. Моменты появились ближе к концу тайма. Что-то будет дальше, что-то будет после перерыва. Все равно, мне кажется, «Спартак» вот, из Нальчика очень достойно выглядит. Пока хорошо выходит из этой ситуации, в которую попали. Ипсон. Сам идет Ипсон и находит Саенко. Развернулся Иван и не без помощи Гогу упал. Две желтых карточки, желтая и красная карточка показана игрокам из нальчикского «Спартака». Еще один штрафной с той же, по сути, точки, что и в предыдущий раз, когда Гогу нарушал правила. Алекс у мяча. Угловой.
угловой. Это Леандру мяч выбил. Подавать будет Жано. А вот и нет. На сей раз Алекс. Вот он, Велитон. Жано. Алекс. Будет простреливать. Опасно. И Фредериксон забирает мяч. Да, Сухий. До этого Яранок подключался, когда был навес со штрафного. Идут вперед спартаковские центральные защитники. Пятка переправлял на дальнюю штангу, но, к сожалению, не увенчалась передача успехом. Ну что, одна из последних атак хозяев в первом тайме. Яранок. Саенко. Ипсон. Кудряшов. Ипсон. Сабитов. Много передач. Вот теперь перевели туда, на правый фланг. Саенко. Угловым большое преимущество Спартака в московском, мне кажется. Да, но Лайсман показывает, что аут, а не угловой. А, да, сейчас аут. Да, аут. Алекс. Я напомню, что седьмой тур стартовал накануне тремя матчами. ЦСКА победил Сибирь 4-1. И у меня складывается ощущение, при всем уважении к клубу из Новосибирска, что клуб премьер-лиги не готов. Хотя вышел в финал Кубка, но, понимаете, одно очко в семи матчах – это результат печальный. Кроме того, московская «Динамо» победила «Сатурн» 1-0. И «Локомотив» выиграл у «Томи» 2-1. И, кстати, за «Локомотив» один из мячей забил Алиев. Упрочил тем самым лидерство в споре бомбардиров. У Алиева 6 мячей уже. Ну, а «Спартак» московский проводит одну из последних атак в первом тайме. Так. А ведь никто иной, как атакующий игрок атаки сейчас играл в корпус и очень грамотно играл. Может, координация была нарушена у спартаковца, я имею в виду у московского спартаковца. Да, и Кудряшов, надеюсь, травмы нет, возвращается назад. Сколько добавил Николай Иванов? Думаю, что вообще ничего не добавил, да? Первый тайм у нас завершен в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Пока ничья 0-0 в игре между столичным «Спартаком» и «Спартаком» из Нальчика. Уважаемые любители спорта, Первый канал продолжает прямой репортаж из Лужников. Центральный матч седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак-Москва», «Спартак-Нальчик». 0-0 после первого тайма. Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты первых 45 минут. Спартаковцы Москвы атаковали больше, владели мячом гораздо больше времени, но пропускали порой вот такие атаки. Эпизод вот этот, мы специально на нем останавливаемся еще раз, неоднозначный, скажем так, на усмотрение судьи. Кому-то может показаться, что Кудряшов грубо фалил против Дидюна, кому-то может показаться, что ничего там страшного не было. Так или иначе, момент спорный, непростой, и вот мы решили на нем остановиться. Удален был в составе гостей Канцедалов за грубый фол против Велитона. И, конечно, после того, как футболисты Нальчика остались в меньшинстве, вся игра почти шла на их половине поля. Валерий Карпин досадует, упущен очередной шанс. И вот это тот самый эпизод, когда Канцедалов сфалил на Велитоне. Николай Иванов, арбитр, расценил это как фол последней надежды. И Канцедалов отправился отдыхать. Эпизод еще один с участием Велитона. Весьма несогласованно сыграли вратарь Фредериксон и центральный защитник нальчан капитан Джудович. Велитон едва этим не воспользовался. Но, так или иначе, шанс был упущен. Ипсон
Ударов было не очень много, но вот один из них нанес Ипсон, другой Жано со штрафного опасно перекинул стенку, и Фредриксон выручил в этом эпизоде своих партнеров. Еще одна атака Спартака, Алекс, и здесь вновь Фредриксон в игре. Да, к концу тайма преимущество московского «Спартака» стало весомым, ощутимым, солидным. Так или иначе, пока 0-0. Команды вот-вот готовы выйти на поле, а мы смотрим статистику. 5-1 по ударам створ 3-0, по угловым 4-1. Нарушений было не очень много, обратите внимание. Всего 6 раз нарушали правила хозяева. Ну и время владения мячом 70-30. Большое преимущество хозяев. Напомню, что этот матч для вас комментируют Алексей Смертин и Андрей Голованов. Алексей, два слова о ваших впечатлениях от первого тайма. Ну, два, на самом деле. Два, скажем, периода таких было. До удаления и после. Да. И вот это владение мяча, которое показали, можно одну ремарку по ходу. Там даже 73% Спартака. Тогда как за 10 минут мы смотрели статистику, она показывала нам 70-30. То есть владение мячом увеличивается. Вот, процент. Именно как раз в пользу Спартака московского. И это нормально. Потом перестановки будут, конечно же, и более массированно москвичи будут атаковать. Они уже получили установку от Валерия Карпина. Вот вам, пожалуйста, первая перестановка. Появляется Ари. Бразилец Ари. Вместо кого? Велит он на поле. Ну, возможно, кто-то из защитников даже, может, полузащитников уйдет и будет играть в два, там, в три нападающих. Обязательно для того, чтобы размочить счет. Ипсон уходит. Явно же замена направлена на усиление атакующей мощи. Итак, Ари появляется вместо Ипсона. И теперь о составах еще раз, уже с учетом этой замены. Итак, гости в воротах. Отто Фредриксон, 18-й Кисенков, 5-й Амисулашвили, 20-й Джудович, капитан команды, 17-й Филатов. Это защитники. Гогуа 7-й, 10-й Маляров, 8-й Сирадзе, 22-й Дидюн, 31-й Леандру, главный тренер Юрий Красножан. Не забываем о том, что Канцедалов удален. Хозяева в воротах Джанаев, 13-й Кудряшов, 25-й Яранок, капитан команды. Видите, интересно, два капитана, два центральных защитника, два легионера. Джудович и Яранок. Итак, 17-й Сухи, 16-й Макеев, 6-й Сабитов, 10-й Саенко. 27-й Жано, 12-й Алекс, 11-й Велитон и появился 9-й номер Ари, главный тренер Валерий Карпин. Это с мячом Джудович, главный арбитр Николай Иванов, помогают ему Александр Лагун. Лагун, как и Иванов, представляет Петербург. И Михаил Новокшонов, еще один боковой судья из Ижевска. Инспектор матча Владимир Овчинников, а делегат Алексей Купцов. Итак, сыграно около минуты во втором тайме. Забавный эпизод. Два мяча вели. Вообще, что в вышибалу решили поиграть. Так, ну... кто еще может выйти у хозяев? Вратарь Письяков, а также Штранцель, Голышев, Шишуков, Баженов и Козлов. У гостей вратарь Мандрыкин, а также Щеницын, Гитериев, Патрик, Васин, Бикмаев и Русич. Вот кто в запасе у команды Юрия Красножана сегодня. Да, кстати, любопытный момент, что Красножан после удаления не сделал ни одной замены. В принципе, напрашивался он там на усиление, прежде всего, оборонительных действий. Да, это любопытный факт. Я думаю, что сделает в дальнейшем, конечно же. Устанут некоторые футболисты, в частности, вот средняя линия, если брать, то объем работы огромный совершается. То есть бегают много, поэтому кто-то действительно подсядет, устанет и будет нуждаться в замене. Филатов у мяча. Левый защитник нальчикского «Спартака». И смотрите, там на линии штрафной 5 футболистов в белых футболках. Ну, какие, наверное, комбинации есть? Да, Алексей? Нет, хотелось бы просто отметить, что два против двоих остались защитники, посмотрите. То есть без подстраховки играют. Да. Как раз в довесок к вашим словам о том, что 5 игроков в штрафной гостей находятся. И два остались непосредственно с игроками
атаки. То есть, в принципе, это рискованно довольно-таки. Это говорит о том, что, в принципе, они хотят отсиживаться. Все-таки, если есть возможность, особенно если мы говорим о стандартных положениях, на которые нужно, я думаю, что команде из Нальчика уповать, то, конечно, они хотят реализовать. Да, учитывая численное меньшинство, стандарты, это может быть один из немногих шансов для гостей. Ну, а вот так и москвичи. Макеев. Он теперь на ближний к нам бровке. Вот он с мячом. В принципе, универсал сегодня играет на месте Паршевлюка справа в обороне. А так, если бы Паршевлюк был здоров, играл, то Макеев бы, соответственно, скорее всего, действовал бы слева. Так, Жано. Ари. Самоотверженно борется, конечно же. Вообще очень хорошая организация у команды Знальчика. Отменная просто. Вот сейчас даже если смотрите, то вот две линии вот вырисовываются. Между ними, буквально между защитниками и полузащитниками, там ну, крайне сложно развернуться Спартакам из Москвы. Спартаку из Москвы для того, чтобы какие-то комбинации осуществить. Я хотел бы отметить, никакой паники, никакой суеты в действиях гостей нет. То есть, вот, да, удален игрок, но как играли, так и играют. Гогуа. Филатов. Пас опасный. Прерывает передачу. Кстати, как раз продолжает этот разговор. Хотелось бы как раз сказать в очередной раз о психологии просто-напросто. Что они уже не психология аутсайдеров, которые приехали ради одного очка, а именно психология победителя. Что если есть будет возможность, они ее используют. Если ситуация предоставляет шанс, то, конечно, нужно реализовывать его. Алекс. Ари. Сабитов подключает Кудряшова. Мяч выбит. И не абы куда, а выбит так, чтобы исключить опасность. Сабитов. Алекс. И должен сыграть, да, вратарь Фредриксон. И там, похоже, повреждение получает Джудович. Ну что, выйдут медицинские работники? Нет, их помощь не требуется. Что здесь произошло? На мой взгляд, зацепил он защитника. Нападающий, и, соответственно, просто тому ничего не осталось, как упасть. В принципе, время играет вот на Нальчик, поэтому такие эпизоды даже на руку им. Многовато фолов в начале второй половины встречи. В принципе, матч не грубый, но, конечно, особняком стоит ударение Канцедалова. Вот это то, о чем мы говорили. Шанс для гостей. Стандарт. На газоне Дидюн оказался лучший бомбардир гостей в этом чемпионате. Эти Спартак и Знальчик самый результативный клуб. 11 мячей забито. И причем вот Дидюн, да, он лидер, но забивали Щеницын, Гогла, Сирадзе, Леандр, Амисулашвили, Русич, Кисенков. То есть не знаешь, от кого ждать опасности. Практически вся команда. Да-да-да. 8 человек в общей сложности. Итак. Подача на дальнюю штангу, хотя, в принципе, все предполагали, что удар последует. И заметили, наверное, просто количественно не хватает игрокам из Нальчика насытить штрафной. Да, да, поэтому да. Там один игрок оказался против троих. И Гогуа очень неспешно направляется к мячу, чтобы... Да, вот, наконец он добежал угловой. По-моему, всего второй угловой в исполнении гостей сегодня, если не ошибаюсь. Да, второй. Ну, хозяева-то немного подавали. Итак. И нет, до удара дело не дошло. Джанаев успел вернуться в ворота и
забирает мяч спартаковский вратарь. Ну что, острый эпизод? Острый эпизод, конечно. Сейчас может получиться контратака, но не получается. Да, ответ. Вот какой футбол у нас веселый пошел. Ну что, что вы скажете по поводу этого падения? Нарушения не было, это однозначно. Другое дело, что это нарушал именно игрок московского «Спартака», вот, да, находясь в атаке. Вот уже в этом эпизоде, видите, он уступил прежде всего в скорости. Он же был первый вот с мячом и двигался на воротах. Хороший был эпизод. Вот так бы и дальше, чтобы атакой на атаку отвечали соперники, чтобы мяч по возможности не задерживался бы в центре поля. Такое навряд ли мы увидим, Андрей. Ну, да, да. По крайней мере, в исполнении «Спартака» и «Знаточка». Ну, хотелось бы. Хотелось бы, конечно. Хотелось бы. И всем нам, и болельщикам здесь, конечно же, хотелось бы увидеть красочный футбол. Как себя проявит Ари? О нем Олег Иванович Романцев на днях сказал, что, в общем, Ари с Велитоном в какой-то степени нападающие одноплановые и в какой-то степени дублируют друг друга. И хорошо ли это? Большой вопрос. Ну, как правило, нет. Разноплановые, конечно же, должны выступать футболисты. Но это в идеале. Кудряшов из-за боковой. И Джанаев так спешит, в общем-то, уже. Макеев. Вот как Гогуа борется, вы посмотрите. На грани фола действовал Гогуа в этом эпизоде. Хотя я думаю, что он получил уже установку от тренера Красножан. Потому что он уже имеет желтую карточку. И там несколько нарушений уже было с его стороны. Поэтому, может быть, в силу того, что он так эмоционально ведет не только в атаке, но и в обороне, может быть, как раз ему нужно умерить пыл в этом отношении, чтобы не получить вторую желтую карточку. Да, потому что если еще одно удаление будет, то, конечно, гостям придется очень непросто. Еще раз повтор единоборства Гогуа и Макеева. Так, ну пока Красножан не собирается никого менять. Сыграно у нас, видите, 10 минут во втором тайме. И это, кстати, логично, Андрей, потому что команда-то установку совершает его, то есть выполняет. Моментов не так много у своих ворот. Да, ведь замены могут и только хуже сделать, да? Конечно, здесь важно, конечно, не навредить, не испортить. Это же нужно еще какое-то время для нового игрока, чтобы обыкнуться. И он может просто не вписаться с первых минут, и это может чревато быть. Фредриксон сыграл и аут. Вот первая замена. И кто же это? Это Казбек Гетериев. Готовится вступить в игру. Ари в штрафной тем временем. Ну, вы считаете, единственный вариант был вот у Ари так сыграть? Да, я считаю, что индивидуально он именно так должен был поступать. Потому что предложений как таковых не было. Вот свободных зон не было. Вот. И за счет индивидуальных действий вот такой вот у него маневр. Вот, Алексей, подтверждается ваша мысль. Вы предположили, что кого-то из полузащитников Красножан может заменить. Действительно, наверное, устали игроки. И Гетериев, кстати, центральный полузащитник. Это вот укрепление центральной оси у гостей. Но это еще будет через некоторое время, а пока хозяева в атаке. Да, мне бы хотелось бы отметить функциональную подготовку команды вот в белых майках. Потому что, ну, действительно, функционально очень хорошо подготовлено. Сейчас там яркое подтверждение, как раз Гугу видели, какой он совершил. Опередил нападающего и забрал мяч. Выбил его, по крайней мере, из ног. Вот так. А почему бы не ударить? Вот и удар по воротам Джанаева. Сирадзе, он в тени, ну, Дидюн, он выдвинут так на острие, насколько я понимаю, нападающий. Сирадзе так действует из глубины. Не очень, может быть, он сегодня заметен, но вот сейчас нанес удар. Итак, Казбек Гетериев и Красножан. Хозяева в атаке Ари. Назад. Ну вот смотрите, вот все стоят, москвичи, да? Вот кому пас сделать? Приходится назад играть. Да, как-то
не всей команды движение, не общее командное движение, а только единичное какое-то. То есть сделал, совершил футболист рывок, получил мяч. Не совершил, соответственно, не получил. Поэтому нужно, конечно, командную скорость иметь при этом, а не индивидуальную. Итак, Казбек Гетыриев вместо Малярова. Один центральный полузащитник меняет другого. Гетыриев в этом чемпионате, он основной игрок. Посмотрите, сейчас его меняют, как он дышит. То есть, действительно, очень устал. Сложная задача выпала у него. Малярова — это новобранец. Он перед началом этого сезона пришел в нальчикский «Спартак» из клуба «Нара». Вот «Красножон» умеет находить, понимаете, таких талантов, о которых никто и не знает, и не видел, и не слышал. А вот пригласил игрока, и тот вписался в состав очень хорошо. Сабитов. Рукой подыграл Сабитов в этой ситуации. Так, Казбек Гетыриев. Четыре года этому футболисту. Уже несколько сезонов играет в Нальчике. Сабитов к центру поля. Там один Велитон. И оставили бразильца без мяча. Кисенков. Жанок, кстати, не так заметен во втором тайме, как в первом был. Ну что, набегался до перерыва. Вот, да? По всей видимости, действительно физическая подготовка вот оставляет желать лучшего. Потому что как раз нужен человек, связующее звено, что называется, между атакой и полузащитой. Вот мы говорим о том, что некому. Так вот как раз где-то между двумя линиями и нужно там планировать для того, чтобы получить мяч и развить атаку дальше. Потому что не доходит до ворот. Ведь москвичи не доходят, по сути дела. Сколько мы видим ударов? Немного. Да. Опасно. Саенко бьет. Вот шанс. Шанс Ивана Саенко. Вот что-то подобное действительно. И сейчас показывали Валерию, что-то подобное он и ждет от своих подопечных. Отметим и бразильцев, которые приняли участие в этой атаке. И вывели на завершающий удар полузащитника Ивана Саенко. По-прежнему 0-0. Дидюн. Уроженец Омска, насколько я знаю, Дидюн. Поиграл в разных клубах, в Ростове, в Томи, в Рубине. И вот сейчас лидер атак «Спартака» из Нальчика. Ну, что вы скажете об этом эпизоде? Я считаю, что нарочито падал игрок Нальчика. Что нарушения не было. Итак, скидка! Какой шанс! Самый острый эпизод в матче! Более того, там в одну секунду два эпизода было случилось. Да, с одним и тем же футболистом. Это Сирадзе. Очень динамичный эпизод. И, конечно, отмечаем, что все началось с подачи углового. Действительно, так, Саенко получает карточку. Да, вот это момент. Филатов. Ну, мы обязательно к нему еще вернемся, я думаю. Может быть, в одной из следующих пауз. Сабитов. И не точно. И Ари здесь не убежать. Да, максимум возможного выжимают футболисты «Спартака» из Нальчика. Какой шанс!
прибавилось нарушений после перерыва. Прибавилось, действительно. Ну, это за разговоры, да, Алекс получил карточку? Он не согласен был с решением Иванова. Кстати, интересная вещь. В первых турах москвичи нахватали очень много карточек. Видимо, Валерий Карпин провел определенную работу. И в двух последних матчах спартаковцы Москвы обошлись без предупреждений. Значит, хорошая контратака может получиться у Спартака. Очень острая может получиться контратака. Ай-яй-яй, пас не прошел. Но вторым темпом москвичи атакуют. И удар. Угловой. Вот момент. Давайте смотрим. Сирадзе, да, две попытки у него было в считанные доли секунды. Причем вторая не увенчалась тоже успехом, в силу того, что неудобно ему было бить из-под игрока бил, зачерпывая ногой мяч. Алекс. Да, второй тайм выгодно отличается от первого в плане зрелищности. То ли еще будет. Кисенков. Кстати, и темп приличный, Андрей, если вы заметили. Да-да-да. Леандро. И в таких случаях я действительно согласен с мнением болельщиков, которые сетуют на то, но откуда вроде бы... Да, да, смотрим, с киской. Вот Сират забьет. Джанаев в ближнем бою выручает. Второй момент. И здесь уже Сабитов спасает. Так вот, сетуют на то, что откуда вроде бы берутся силы в конце матча, и почему, скажем, футболисты с первых минут не могут так делать. Все очень просто, именно опять-таки в психологии, мотивация какой-то определенная. Ведь силы, они действительно, они есть, вот, они, организм, они не зря готовятся непосредственно к игре, и, соответственно, физическая кондиция, как правило, на хорошем уровне, за исключением каких-то определенных там игр. Потому что Спартак забегал, забегал Спартак московский, задвигался, мяч в движении. Другое дело, что не так много моментов возникает. Ну вот то, что хозяева прибавили в активности, это следствие в том числе выхода Ари, выхода второго нападающего, да? Да, возможно. Андрей, действительно нужен какой-то человек, как его называют в практике в команде, заводила, который бы мог бы своими действиями показать. Я думаю, тот же Валерий Карпин, вот, в свою бытность именно этим обладал, заводил футболистов своими действиями, криком также. Мы видели, как в центре поля оказался на газоне Алекс, спартаковцы ввели мяч в игру, и вот такая затяжная атака, но пока это без продвижения вперед. Да, потому что полузащитники из Нальчика не дают возможность пройти дальше. Какой шанс! Ну! Да, вот это в действии вышедший на замену футболист. Смотрим. Не дотянулся до мяча защитник. А Мисулашвили. Да. Да, да, игра постепенно оживает, оживает. Алекс подает угловой. Гогуа. Теснит его Жано. Может, хороший, могла получиться хорошая контратака, если бы чуть раньше бы сделал диагональную передачу игрок. Сухий на газоне, а Спартак продолжает атаковать. Московский Спартак. Середина второго тайма. Эпизод с участием Дедюна и Сухи. Вот Сухи... Так, с трудом поднялся, я смотрю, он так прихрамывает в центре поля. И еще один повтор эпизода с участием Ари. Из-под игрока вылетал мяч. И... Хотя, в принципе, вот, судя по его действиям, он был готов к тому, что мяч до него долетит. Хозяева в атаке. Это не представляло больших проблем для Фредериксона. Надежно играет и голкипер, кстати, вот хотелось бы отметить. Как, впрочем, оборона Нальчика играет во главе как раз с ним. То есть все-таки несколько эпизодов было, в которых он блестяще выходил.
Но пока, да, нападение переиграть ни одного, ни второго голкипера не может. Яранок. У «Спартака» из Нальчика, ну, в начале сезона был календарь такой щадящий. Мы уже отмечали, из таких топ-клубов только «Рубин». Но вот сейчас наступает момент истины. В следующем туре «Спартак» из Нальчика принимает «Динамо» московское. Потом едет в Питер. И потом играет дома с «Локомотивом». И вот, наверное, после этих матчей можно будет делать вывод более-менее объективный, на что действительно клуб из Нальчика готов в этом сезоне. Да, да. Действительно, это будет лакмусовая бумажка, некий такой Рубикон, который нужно будет преодолеть. Потому что... Но я хотел бы отметить, Андрей, что сейчас они очень уверенно себя ведут на поле. В силу того, что гандикап и задел большой очковый уже создан. Команда находится на первом месте. Более того, даже какая-то эйфория присутствует, что позитивно, в принципе, сказывается на их игре. Потому что это все это выливается в уверенность. Да, но не будем забывать, что в первых-то турах футболисты из Нальчика играли с новичками премьер-лиги, Алания, Анжи, Сибирь. Вот удачно достаточно провели этот отрезок и сейчас в лидерах. Макеев теряет мяч и не успевает он вернуться. И вынужден его страховать партнер, а это Филатов. Да, чуть назад играет, потому что впереди не было игроков, с кем можно было бы отыграться. Только один был там нападающий, но он был прикрыт. И это нормально. Знаете, как защитники радуются вот за такие эпизоды, когда пускай даже с 30-40 метров бьет игрок, потому что если атака захлебывается где-то в середине поля, то идет контратака, соответственно, на свои ворота. И защитник, конечно же, первый, кто должен встречать это. О, у нас снег пошел, смотрите. Не просто дождь, а дождь со снегом. Да, невероятные метаморфозы какие-то по ходу матча с природой происходят. Сабитов, Макеев, так, подключается Макеев, и все, Дидюн, Дидюн набирает скорость Богуа, ну, Дидюн теряет мяч. Ему ничего не оставалось, как идти в обыгрыш, потому что не было поддержки партнеров. Макеев. И забегает Саенко, но Макеев выбирает другой вариант для продолжения атаки. Жано. Иранок. Вот где оказался. Жано. В центр штрафной и удар по воротам Фредриксона. Да, Жано не так активен, да, после перерыва, как в первом тайме. Хотя сейчас вот принял участие в этой комбинации. 0-0 у нас. И хотел бы отметить, что московский «Спартак» в этом чемпионате выиграл всего 2 матча из 6. Оба в Москве, оба в Лужниках, у «Локомотива» и «Терека». Вообще, если говорить о московском «Спартаке», ну, с одной стороны, клуб не проигрывает 5 туров. Вот на старте было поражение от «Динамо». 5 туров вроде бы клуб не проигрывает. Другое, с другой стороны, игра не впечатляет пока, да, Алексей? То есть нельзя однозначно оценить игру «Спартака» в этом чемпионате московского. Да, но это тот отрезок, когда действительно нужно, опять-таки, на примере «Спартака» из Нальчика, можно сказать, что важно набрать очки. Отсюда и уверенность появляется. По всей видимости, как раз это как следствие того, что не так много набрано. Алекс, нервозность присутствует в действиях, конечно же. Да, боязнь ошибиться, да, все боязнь это ошибиться, да. Имеет место. Гогуа. Валерий Карпин по-прежнему не садится. На самой границе он технической зоны, а у гостей сейчас будет еще одна замена. И появится Марат Бикмаев. Мне почему-то кажется, что он заменит Гогуа. Ну, во-первых, они игроки одного амплуа, левые полузащитники. А кроме того, не будем забывать, что у Гогуа карточка. Да, и вы, Алексей, отмечали, что ему нужно быть очень осторожным. Может быть, сейчас Бикмаев как раз вместо Гогуа и выйдет. Я не думаю, кстати, Андрей, потому что Гогуа очень активно действует. А, ну, посмотрим. Да. Какой смысл его заменять, когда он физически готов на 100% и отрабатывает не только там впереди, но еще и сзади. Прежде всего сзади, кстати, судя по этой ситуации, в которую попал «Спартак». Удар. Вот так! И забить! Добить не получается. Не получается, но
В ворота не попал. Да, шанс еще один, а? Жано бил. Моменты есть во втором тайме. И мы вспоминаем острый эпизод у ворот Джанаева с участием Сирадзе. И вспоминаем и удар Саенко. И вот этот эпизод. Моменты есть во втором тайме. И еще один шанс. И он оказывается нереализованным. Да. Ближе к концу игры появились острые эпизоды. Хороший шанс у Спартака. Поджимает соперника. Да, хотелось бы этот эпизод увидеть. Вот Саенко. И смотрите. А, это второй эпизод, да? Это вот тот, который эпизод только что был. А вот удар. И Жано добивает перекладина, но мяч срикошетил, не пересек, да, линию? Не пересек, это да. Даже... Немного, может быть, не хватило времени, чтобы положить корпус как следует, чтобы мяч пошел не вверх, а вниз. Да, конечно, да, до ворот было далековато. Итак, Дидюн уходит. Дидюн, да, вы были правы, Алексей. Гогу остался, уходит с поля. Лучший бомбардир Спартака из Нальчика в этом чемпионате Владимир Дидюн. И вместо него Марат Бекмаев появится. В команде Спартака. Ну, а Валерий Капин ушел на скамеечку. Будут ли с его стороны какие-то замены? Под конец игры, я думаю, что будет еще замена, конечно же. 0-0 у нас. Остается чуть больше 15 минут до завершения этой встречи. Макеев с мячом. И вновь Карпин в ровке. Да, не так уж много вообще-то времени в распоряжении футболистов. Вот как раз это и способствует, что называется, на руку футболистам. Вот из Москвы, потому что времени не так много, понимает, осознает, что долгое время играет в большинстве, и нужно увеличивать темп. Плюс ко всему еще и Нальчик подустал. Ведь действительно очень сложно, и сколько они играют? Там 70 минут примерно в меньшинстве, может быть, чуть меньше, час, наверное. Да, около того. Но это тяжело физически, поэтому команда действительно подсела, и в каких-то эпизодах уже не успевает за соперника, который увеличивает при этом темп. Вот отсюда и возникают эти ситуации голевые. Ввел мяч в игру Фредриксон. И теперь Джанаев. И Радок. Смотрите, Гогу один прессингует. Ну, не то, что он прессингует, он просто не дает возможность продвинуться с мячом. Посредством бега. Он бегает от одного к другому, потом к третьему. Но это же идут минуты, секунды. Это идет время. Поэтому думаю, кого-кого, а Гогу точно не заменит красножан. Согласен. По той игре, которую он показывает, на мой взгляд, он лучше вот, в составе. Самый полезный, да, сегодня? Самый полезный, да. Так, Жано. Удар. Стоило нам его покритиковать, Андрей Иванович. Вот, смотрите, вот сейчас пробил, до этого в перекладину попал. То есть активно действует. И, конечно, не спешит вратарь Фредриксон. В активе этого голкипера в этом чемпионате три сухих матча. Три матча на ноль. У Джанаева одна игра в прошлом туре с Сатурном. Так, 77-я минута. По-прежнему 0-0. Макеев. Уже защитники подключаются, уже который раз. Мы замечаем тенденцию, что защитники подключаются, создавая большинство. Гогуа и бросает в прорыв вот этого самого футболиста высшего на замену Бекмаева. Да, Гогуа просто фантастическую работоспособность демонстрирует. Смотри, сейчас он просто прикрывает левую бровку. Хотя до этого был еще вот впереди. Да. Макеев. Сабитов.
Ну, вроде бы так вот широко растягивает оборону москвичи, но... Да, но при этом ни одного футболиста вот, в белых футболках нет, который бы оказался бы за линией мяча. Посмотрите, всей команды обороняются, по сути дела, насколько организовано. Поэтому и сложно сломать. Вот как раз при такой тактике, при таком подходе, и московский «Спартак» не чувствует преимущества. Вне игры. Более того, с одной стороны, конечно же, хотелось бы бежать, атаковать, забивать, огульно даже это делать. С другой стороны, вот такие эпизоды, как сейчас, показывают, что, в принципе, очень опасно. Команда не собирается осиживаться в обороне. Она все-таки, если есть возможность, контратакует. И довольно остро это делает. Алекс. Ари и... Аут. Сабитов. Назад приходится. Назад на Сухи. Сухи на фланг. Жано. Можно что-то из этого извлечь. Нет. Но Жано не выключается из игры. Старается активно действовать. И пока хозяева замен больше не делают. Не собираются, во всяком случае. 0-0. Вытирают футболисты, заметили, наверное, который раз. Показывают мяч для того, чтобы он не скользнул с рук. Действительно, очень важно, потому что некоторые очень далеко бросают, и это может, не знаю, повредить как раз. Сколько таких эпизодов видели, когда мяч остается, можно сказать, на месте. Да. Макеев. И не точно. Гугла. Здорово сбрасывал грудью. Да. Так, ну вот мы будем ударить, попробовать. Перехвачен мяч. Спартак из Нальчика в этом чемпионате, так если подытоживать, победил дома Крылья Советов, Ростов и Аланию. На выезде ничья с Рубином, ничья с Анжи и победа над Сибирью. То есть в этом чемпионате нальчикский Спартак пока не проигрывал никого. И может сохранить новую графику поражений после этой встречи. Очередная атака хозяев. Более того, я вам скажу, Андрей, что если матч они сведут к ничье, то это еще больше усилит их уверенность в собственных силах. И действительно, в такой сложной ситуации оказаться и играть на равных, по сути дела, каждой команде. Да, и мы, конечно, вспоминаем эпизод с Сирадзе, который мог дважды в считанные секунды забить. Если бы еще и забили футболисты Нальчика, были бы настоящими героями. Макеев. Ну, тема интересен футбол, в принципе, что непредсказуемость своей. То есть, по сути дела, одна команда может атаковать, он посмотрел. Вот шанс! Это что, уже, видимо, устали, да? Потеряли концентрацию. Да, но что делал при этом... Атакующий игрок, ведь он простреливал. В принципе, он мог бить, конечно же, но он не пожалел, сделал прострел. Надежда на то, что замкнут. Да, причем обратите внимание, кто это был? Это был Яранок, центральный защитник. Да, тут, конечно, ошибся. Между прочим, это Бикмаев, по-моему, вышедший на замену. Еще один шанс упущен. Макеев, там лежит в центре поля игрок гостей. Так, ну, может быть, мяч-то отдать все-таки, нет? Это, кстати, Гогова. Вот, Алексей, матч подходит к концу, и вне зависимости от того, удастся москвичам забить или нет, давайте как-то игру Спартака московскую сегодня охарактеризуем. Что вам понравилось, что, может быть, не очень понравилось? Мне нравятся последние там минуты игры. Вот то, что мы несколько, там, может быть, 15-20. Так. Вот в этом ключе, в принципе, и должны были москвичи действовать. Мы сетовали на то, что они с начала игры, как правило, медленно входят. Хотя, в принципе, начало игры тоже мне понравилось. Однозначно нет какой-то картины, чтобы вот команда вышла от первой до последней минуты сыграла. Но, опять-таки, это удаление сыграло. Вот, с одной стороны, на руку Спартаку московскому, с другой стороны, видите, вот, ничего из этого они пока не могут вынести. Да, извлечь. Да.
Гогуа получил повреждение, но он вернется, и он показывает, что он, в общем, готов выйти, вернуться на поле. Да, а у Спартака Московского сейчас будет вторая замена, и появится Александр Козлов. Это молодой футболист из молодежного состава. Да, и молодой из молодежного. Что-то я тоже подустал к концу. С которым связывают очень большие надежды спартаковские поклонники. Вот сейчас Козлов выйдет в первый раз в этом чемпионате на поле в составе московского Спартака. Здесь нарушили правила против Сабитова. Макеев. Ну, Джанаев должен сыграть, да? Забирать. Кстати, если мы начали уже подводить итог, то следует отметить другую команду, да? Другой Спартак, естественно, который, конечно, действительно больших эпитетов заслуживает по сегодняшней игре. Именно своими вот этими действиями в обороне, конечно, меня приятно удивили. Но еще раз скажем, сейчас вот для гостей наступает такой серьезный очень экзамен. Подряд матчи с «Динамо», с «Зенитом», с «Локомотивом». Жано уходит, и выходит Александр Козлов, футболист, которому 19 марта исполнилось всего-навсего 17 лет. И вот его дебют в матче за московский «Спартак» в Лужниках за, считайте, 6 минут до завершения основного времени. Алекс Удача. И Фредриксон. В этих эпизодах защитники всегда просят линию выстраивать именно до штрафного, но не всегда это получается. В любом случае, ты отходишь назад для подстраховки, поэтому, как правило, мяч и направляется во вратарскую, как сейчас это было. Ну что, последние минуты. Передача в расчете на Леандру. Макеев. Гогуа. Думаю, не будет спешить Нальчик в этой ситуации. Сабитов. И там положение вне игры. Хозяева в атаке вновь. Вот такой удар. Жано, уставший, видите, сидит на скамеечке. Рядом с ним Баженов. И еще одна замена будет у гостей. Это Дэйан Русич. Футболист, который уже успел забить в этом чемпионате один мяч. Русич, который, кстати говоря, представляет Словению. Нападающий Дэйан Русич. Вот видите, красножан на последних минутах выпускает форварда. И Русич меняет Сирадзе. Таким образом, красножан поменял обоих нападающих, которые начинали матч, и Дидюна, и Сирадзе. Ну и Сирадзе покидает поле, а мы еще раз вспоминаем эпизод с его участием, когда он мог забить дважды в одной атаке. Итак, Русич вместо Сирадзе. Мне показалось, что вот именно по его выражению, что как раз он шел к бровке и думал именно о тех эпизодах. Даже уверен, можно после игры спросить, о чем он думал, уходя. Да. И возводил, не знаю, руки к небу, потому что не повезло ему действительно в этой ситуации. Так, Спартак Московский переходит в атаку. И как же опять играет хорошо Гогуа. Я вообще теряюсь в догадках, на какой позиции он играет. Он слева играет, он играет выдвинутым нападающим. Сейчас вот явно опорный полузащитник, судя по его расположению на поле. Хозяин идет вперед. Ари буквально подарил мяч сопернику.
Что касается Русича, словенца, то это такой нападающий таранного типа с ростом под 190 сантиметров. Ну а что, может быть, ему улыбнется удача. Сейчас это как раз несогласованное действие, потому что напрашивалась действительно передача на ход, и Русич не откликнулся на нее. Сразу два игрока в красных футболках на газоне. И там что-то даже, по-моему, серьезное. Давайте смотрим. Кисенков и... Очень грубое нарушение, посмотрите. Да. Против прямой Кудряшова. Ногой действовал. И благо у защитника были щитки, и, соответственно, может, в какой-то степени предотвратило. Смягчило, да? Смягчило. У Кисенкова третья карточка. Две было перед этим матчем у Филатова, Гетериева и Джудовича. Кудряшову оказывают помощь, а мы напоминаем вам о том, что в ближайшую среду состоится перенесенный матч ЦСКА «Зенит». Его первый канал вам покажет 28 апреля. А в следующем туре, в полноценном туре, Баженов, не поздновато ли за минуту до конца? В следующем туре также «Зенит» будет представлен на первом канале в матче против «Сатурна». «Сатурн-Зенит». Алексей, что происходит с «Сатурном», а? Вы можете объяснить? Нет, не могу. Ну ладно. Ну, подождем вот следующего тура, что покажет «Сатурн» против «Зенита». Пока у «Сатурна» нет побед. Нет побед. И клуб в самом низу. Итак, последняя минута пошла. «Спартак» московский в атаке. Баженов готовится выйти. Вот, кстати, по поводу этой тактики, о которой много говорили, без крайних полузащитников, по этой тактике «Спартак» проводит. Безъявно крайне, скажи, безъявно. Да. Но ведь тут, мне кажется, не от хорошей жизни. У «Спартака» просто, ну, нет достойных резервов, чтобы отыграть. Потому что Баженов травмирован был долгое время, Байдана травмирован, Саенко травмирован, Жано, Яковлев недостаточно стабильный. И Карпин вынужден вот экспериментировать и такую схему избирать. Ну, правда, сегодня «Спартак» играл по такой классической, что ли, схеме, я имею в виду московский «Спартак». Так или иначе, Баженов вышел на поле, а время у нас сейчас уже добавленное пойдет. И вот сколько? 3 минуты добавляет Николай Иванов. 3 минуты. Леандро на Бикмаева, против него Сухи. Потянет время сейчас Бикмаев. Все-таки Нарчик отрядил двух защитников центральных в штрафную соперника для того, чтобы действительно попытать еще раз сейчас. Да. Очень высокие Джудович и Амисулашвили. Вот Джудович, 20 номер там в центре штрафной. Видите, и Амисулашвили 5 тоже рядом. Может быть, что-то сейчас и удастся сделать гостям. Джанаев. И... Пол на Велитову. Да, вот это некрасиво сейчас Леандру направляясь, да, к себе, так зацепил. Игра была в динамике, поэтому арбитр решил вот, не акцентировать на этом. Хотя, в принципе, он может потом уже предупреждение сделать. Да, но что-то пока вот у столичного «Спартака» в этом сезоне не очень складывается. Активно вышел Русич, кстати. Да. Активно. И, конечно, гости спешить не будут. А вот Джанаеву надо поспешить, наверное. Кудряшов. Включился из игры Кудряшов, за что был вот вознагражден вот этой передачей от соперника, причем сходящей. Да, и смотрите, здесь два игрока в белой форме, два в красной. И ранок. Приходится назад отдавать.
Ну что, последняя атака хозяев. Макеев. Какие варианты? Ну вот, на Макеева. Скорее всего, будет передача с фланга, действительно, такой, так называемый, навал. А что еще? Саенко на мяч выбит. Да, последние секунды истекают. Напоминаем, 0-0 в матче «Спартак-Москва-Спартак-Нальчик» в рамках 7-го тура чемпионата России. Мяч выбит. И Русич. Здесь никого. Джанаев играет. Все, истекли 3 минуты. Истекли. Да. Вот так, уважаемые телезрители. 0-0. Досаду Валерия Карпина можно понять. 0-0 и... А тем временем мы видим, Андрей, несколько футболистов из Нальчика, которые лежат от усталости на без поле. Без сил просто. Без сил, да. Смотрите, повтор самых острых эпизодов. Шанс Сирадзе. Один, второй. Сначала Джанаев спасает, потом Сабитов. Очень острый эпизод. Еще раз смотрим повтор. Ну и хозяева тоже могут кое-что занести себе в актив. Правда, не... Так, вы знаете, Алекс получил вторую желтую после свистка, видимо, за недисциплинированное поведение. Первую-то за разговоры. Вот так, вот такая у нас развязка, такой финал. И Алекс уже по истечении игрового времени получает вторую карточку. Ну все, наверное, да, у матча «Спартак-Москва-Спартак-Нальчик» 0-0. У нальчан по-прежнему 0 в графе поражения, с чем мы эту команду и поздравляем. Для вас сегодня работали Алексей Смертин, Андрей Голованов. Всего доброго. До свидания.